Скільки ж добровольців нараховує Дніпро? Ми сьогодні поговоримо з Геннадієм Корбаном. Геннадій Корбан, керівник Центру тероборони Дніпра, вже заходить у нашу студію, а ми поки будемо готувати до нього питання. Доброго вечора вам, Геннадію. Дякую, що прийшли. Дякуємо, що завітали до нас. День. Будемо сьогодні говорити про роботу нашого Центру тероборони, про те, які у нього були плани і чи змінилися вони з початком війни. Безусловно, звісно, все змінилось. Страна изменилась, люди изменились, ситуация изменилась. То, что планировали, пришлось разворачивать уже во время войны, в кратчайшие сроки. И я вам скажу честно, нам это удалось по сравнению с другими областями. Я вижу, как работает власть в других областях. Там полный бардак. Есть некоторые области, в которых неконтролируемая ситуация, нет координации ни органов местной власти, ни полиции, ни нацгвардии и так далее. В отличие от них, у нас очень управляемая ситуация. Я бы сказал, больше управляемая, чем столица Украины. У нас полностью созданы все штабы, гражданские штабы, военные штабы, которые между собой наладили военно-гражданское сотрудничество. Мы обеспечиваем армию и тероборону. И не только тероборону, а еще и воинские части, которые постоянно передислоцируются, перегруппировываются. Обеспечиваем им всю логистику, транспорт, питание, размещение, топливо, перевозки, любые другие нужды, даже перевозку, так сказать, груза 200 тоже мы обеспечиваем для воєнної поліції для ВСП. Таке уточнююче питання, колего, якщо можна. Я так розумію, по-перше, потрібно говорити про те, що війна не почалася 13 днів тому, вона почалася 8 років тому. От таке питання. Я маю в виду гаряча стадія. Звичайно, звичайно. От таке питання. Чи є заслуга в тому, що тероборона Дніпра, вона все ж таки була готова заздалегідь? Що робота почалася набагато раніше, аніж в інших регіонах України? Ну, давайте честно. Я не могу сказать, что работа началась гораздо раньше, чем в других регионах. Да, мы готовились, мы разворачивались, вели какую-то работу, да. Это честно. Но, безусловно, теперь мы понимаем, что многие вещи были не сделаны своевременно. Но я вам скажу больше. На самом деле, центральная власть, когда верстала планы теробороны, у них учения были назначены на март месяц. Понимаете, да? Соответственно, то есть нам надо было только к марту месяцу по их планам развернуть какую-то тероборону небольшой численностью, 200 человек. И дальше они должны были в марте месяце, там в середине марта проходить различные слаживания, различные стрельбы, учебу и так далее, и так далее. Поэтому на все это времени уже не было, естественно. В тот момент, когда началась горячая стадия, все это пришлось разворачивать с колес. И это разворачивается по сей день. Тобто можна сказати, що на жодному рівні центральна влада, ніхто взагалі в Україні не був готовий, відверто кажучи, до цієї війни, але ми впорались. Не були готові абсолютно. Ніхто не готувався к війні. Я вам скажу більше, многих вещей критично не вистачає до сих пор. Це имеется в виду средства защиты, средства тактической медицины. То есть сейчас сидят целые группы волонтеров у нас, фондов, которые собирают, с одной стороны, какие-то средства пожертвования, с другой стороны, волонтеры связываются с Польшей, Венгрией, Хорватией, Израилем, Великобританией для того, чтобы приобретать хоть какие-то средства защиты, тактическую медицину. Автотранспорт имеется в виду. Ну, вот как раз действительно, это же закуповывается за кордоном, зараз ведется прямо да, да. Сейчас мы отработали логистику на складах Польши для того, чтобы нам быстро это поставить, чтобы у нас было место на этих складах, и для того, чтобы мы могли с польских складов сюда обеспечить логистику всех этих вот можна сказати, товарів першої необхідності. От щодо тероборони, також є таке запитання. Ми пам'ятаємо перші дні цієї повномасштабної вже війни. Черги шикувались до тероборони. Зараз яка ситуація? Смотрите, патріотичний настрой населення не спадає. Люди приходять, люди записуються не тільки в тероборону. Є ще мобілізаційне завдання, яке виконують воєнкомати. В основному, звісно, воєнкомати.
работает система военкоматов, которая пополняет действующие части, которые уже находятся на различных позициях. Их быстро складывают, их быстро обучают, быстро одевают, дают оружие и отправляют в действующие части. Тероборона каждый день увеличивает свои резервы и накопления человеческих ресурсов. Это правда. И в нашей области, я думаю, одно из самых больших подразделений теробороны у нас две бригады, 7 батальонов. Ну, в общем, то есть, как бы, не хочу много на эту тему говорить. Розумію. Звичайно, дрібниці, да. Точніше, подробиці оці, да. Які можуть нашкодити, ми без них. Да. Геннадію, скажіть, будь ласка, коли спілкувалася з представниками Національної гвардії, вони сказали, що тероборона повністю укомплектована, але вони записують людей додатково у резерв. От чи знаєте про якийсь розмір цього резерву? Чи можете сказати, да, як я багатодні знаю, план? Я не буду говорити. Не можемо говорити, резерву. Але... Давайте це оставимо, це як би для воєнних. Ну, це тисячі людей, тисячі людей. Зрозуміло, і тероборона дійсно укомплектована. Укомплектована людьми, укомплектована. Я ж говорю, ми зараз дополнительно думаємо, як розширити штати, отримати приказ на дополнительні батальйони, які вже розворачуються, в тому числі в Кривому Рогу. Например, при содействии Александра Вилкула, который, ну, делает большую работу сегодня в этом направлении. Хотелось бы запитати щодо громадської ради. Не так давно все ж таки була повноцінна діяльність, чи функціонує зараз? Ну, к сожалению, громадская рада полностью влилась в штаб территориальной обороны, которым я руковожу, и многие громадские, гражданские организации, которые входили и входят в громадскую раду, сейчас фактически переквалифицировались, отправляют больных детей, мы сажаем на поезд, они занимаются этим. Также члены громадской рады занимаются тем, что занимаются эвакуацией инвалидов на Западную Украину, работают с железной дорогой. Мы обеспечиваем все это содействие. И вот этим вот сейчас... Как раз нещодавно два вагона вирушали, да, мы конечно, спілкувалися, да, с Ольгой. Сейчас Волковой. Мы обсуждаем, Ольга Волкова обсуждает вопрос, чтобы еще два вагона таких людей с ограниченными возможностями и больных детей отправить уже прямо в Польшу. Вроде как на польской стороне есть кто-то, кто напряму, готов, тобто, мається, да, принимать и помогать, и встречать этих людей. Як ви гадаєте, наскільки війна згуртувала Україну? Ми сьогодні говорили про те, що об'єдналася область, об'єдналася влада на різних гілках, на різних рівнях. От чи відчуваєте ви цю згуртованість? Як можете це прокоментувати? Ну, я можу сказати, що рівень самоорганізації населення, я такого ніколи не бачив. Це дійсно потрясающе. Це удивительно, да. І народ дуже объединяется, беда объединяет людей, и люди мобилизованы во всех направлениях, имеется в виду гражданские даже люди, очень дисциплинированы. Я смотрю, даже жители очень строго соблюдают комендантский час. То есть вот по тем сводкам, которые докладывает полиция каждый день, практически единичные случаи мародерства и единичные криминальные преступления. Вот буквально единичные по всей области. То есть уровень преступности сейчас на самом, наверное, низком уровне, который был когда-либо в Украине. Это говорит о том, что люди все сейчас заняты тем, что они работают на оборону страны. И на собственную правил, безопасность прежде всего. Поэтому я считаю, что вот сейчас наивысший уровень самоорганизации, мобилизации населения. І всім зрозуміло щодо самоорганізації, мобілізації населення України всередині України. Чи ви спілкуєтесь ви із нашими партнерами, друзями за кордоном? Яка там хто зараз підтримка? Так, взагалі. Смотрите, лично я ні, у мене ні на це часу. Волонтери наші, волонтерські організації і фонди, які ми відкрили, безусловно, вони іщуть таких партнерів. Це люди в Великобританії, люди в Ізраїлі в основному, люди в Польщі. Которые, с которыми налаживаются связи для того, чтобы, опять же, обеспечить вот эти критические поставки, бронежилеты, каски, автомобили, тактическая медицина. Это вот то самое, то, что сейчас нам всем необходимо. Что наибольше потребно? Вот я назвал 4 позиции. Вот как раз вон и так, каски, бронежилеты,
Медична допомога, медична, так, забезпечення. Тактична медицина, це іменно для воєнних тактична медицина. І легкі пікапи, автомобілі, маневрові, на яких потрібні воєнним, для того, щоб наша армія їздила не на бронірованих казаках, на яких невозможно повернутися, а на дуже швидких і достатньо маневрених автомобілів для виконання спеціальних операцій. А, вже надавали автомобілі, я просто... Ну, надавали, збирали ж волонтери, я нагадаю. Да, ну, много автомобілів мобілізувала сама область. Очень много бизнесмены помогли. Те, кто владельцы автосалонов, владельцы банков, владельцы бизнеса. Помню, когда такие волонтеры заклик да, такие дали. Они отдали свои автомобили. Часть автомобилей была изъята по распоряжению главы военной гражданской администрации. Это закон. Вот. И поэтому на первое время мы обеспечили военных вот этими потребностями. Но они постоянно их просят. И, естественно, наши ресурсы здесь не безграничны. Поэтому мы начали поиск этих позиций за рубежом. Геннадій, ще таке питання на загальнополітичну тему. Кожен з нас дивиться телевізор, відкриває новинну стрічку і бачить там, що мова йде про те, що апетити Росії знижуються, потужність російської армії невелика, і вона зараз просто розтає, мотивації немає. І пройшло 3 раунди перемовин. От як ви можете охарактеризувати ситуацію, яка є наразі? Тобто у першому раунді пан Подоляк сказав, що окреслили напрямки для обговорення, у другому раунді результатів не було, у третьому результатом можна сказати, що є заява Михайла Подоляка про те, що будуть ще комісії. А як цю ситуацію аналізувати та сприймати звичайному дніпрянину? Я вам скажу своє мнение по цьому поводу. Смотрите, я слежу, безусловно, за всією цією інформацією, за переговорами. На мой взгляд, эти переговорные группы состоят из малокомпетентных людей. Это честно. С нашего боку, чи взагалі? Я думаю, взагалі. С обох боков. Я думаю, с двух сторон. Почему? Потому что все договоренности, о которых якобы они говорят, и которых якобы они достигают, пока не достигнуты. То есть ни один гуманитарный коридор не работает. Тільки хотіла нагадати про ті смерті. Ні один гум-конвой поки нікуди не пішов, хоча гум-конвой вже стоять і не готові і для Маріуполя, і для Волновахи, і для Сум, і так далі, і так далі. К сожалению, либо ведуть... Мені складно робити версії, да, это, наверное, будет неправильно в чем-то обвинять людей, которые стараются это сделать. Видно, что они стараются. Но, на мой взгляд, что с двух сторон в этих переговорных группах находятся не очень компетентные люди, которые, наверное, впервые столкнулись с подобными ситуациями. Естественно, это все процедуры, которые оговорены международным правом, которые должны происходить с присутствием Красного Креста или других каких-то международных организаций, которые фактически своих сотрудников должны воюющим сторонам отдавать в заложники в момент прохождения гуманитарных конвоев. У нас только... Червоний Хрест в Орзелі обстрілюють просто, ну, в цей же момент. Смотрите, у меня есть вопрос, так ли это Красный Крест или нет. Потому что, насколько мы понимаем, Красного Креста пока нет. Вот официально пока нет. Какой-то есть представитель в Киеве, но сотрудников, которые должны работать на линии разграничения, настоящих сотрудников Красного Креста нет. Соответственно, вот все вот... Тобто, знову ж таки, ці повідомлення можуть виявитися фейковими. Да, поэтому я ко всей этой информации отношусь крайне насторожено. А от щодо того, що ОБСЄ полишили Україну, яка у вас думка з цього приводу? Собственно, ОБСЄ, ну, как бы, какая может быть тут думка? Ну, они контрактники, они зарабатывали деньги. То есть, когда начали стрелять, ну, деньги уже им не нужны, да, они сразу сбежали. ОБСЄ реально сбежала со всех этих ситуаций. Абсолютно. Покинули позиции и сбежали. Вот бросили так, автомобили, бросили имущество и просто сбежали. Так як дуже багато іноземних інформвидань забирають своїх журналістів зараз з території України для того, щоб вони не постраждали, це раз, а по-друге, через рішення РФ вводити санкції щодо неправдивого висвітлення подій серед ЗМІ. Геннадій, ще таке питання. У Дніпрі ходив фейк про те, що люди збираються на мітинг. От його потім спростували. Чи варто дніпрянам збиратися на мирні протести, наприклад, зараз, розумієте, приклад всієї України, так, тимчасово підконтрольних міст, він може спровокувати це робити? Ваша рекомендація? Ні в коєму випадку, цього не можна робити, це заборонено. У нас комендантський час, раз. Во-вторых,
любые массовые какие-то заходы запрещено сейчас проводить. Сейчас военное время, не надо слушать никакие призывы. Нам не против кого митинговать сейчас. Страна должна сейчас сплотиться и работать на оборону, на победу, если хотите, да, но точно не митинговать. Поэтому подобная информация, если будет проходить, просьба ко всем зрителям, ко всем слушателям не реагировать на подобную информацию. Никто никакие митинги не собирает. Нам просто не против кого митинговать здесь, в Дніпрі. От до цього наші попередні гості казали, що з ними також неодноразово намагалися зв'язати зі сторони Російської Федерації. От ті смски, які депутатам надходили. Ви отримували щось подібне? Бачили. З вами хтось намагався встановити? Ну, ні, я лично ні, я тільки бачив у тих, хто отримав ці смски з каких-то російських номерів. Ну, тобто це фейк. Это информационно-психологическая атака, которую предприняла Российская Федерация. Давно к этому готовились. Если вы помните, она началась с крестиков, с ноликов, которые рисовали. Как это происходило? На самом деле они никаких отметок не делали. Просто психологическая атака. Да, это просто психологическая атака. Давали человеку 500 гривен и сказали, рисуй крестики, нолики, где хочешь. И он за эти 500 гривен рисовал крестики, где попало. Люди видели их, нервничали, думали, что это какие-то маяки, метки. Звичайно, звонили, телефонували на спецслужбы, истерили, спецслужбы бегали. Это все элементы информационно-психологической войны. Надо это понимать. Так же, как и эти смски, которые в том числе приходили и сотрудникам правоохранительной системы. Да, или там вот этот цветной свет в окнах. Так, это обычные теплозавесы, они никому ничего не сигналят и никому не могут давать никакие... Але хвиля ж піднялася у будь-якому. Понятно. Ну, люди боялись, люди склонны как так думать, поэтому нужно вести разъяснительную работу о том, что это все ну, просто фейк, которые давят на людей для того, чтобы они покидали города, для того, чтобы уезжали отсюда, для того, чтобы паниковали, для того, чтобы как-то теребили власть местную, которая ну, и так находится в достаточно напряженной ситуации, потому что нужно работать и обеспечивать военных, тыл, логистику и все остальное. Поэтому, безусловно, подобные вещи отвлекают от работы. И я прошу просто на них не реагировать. От щодо цього хотілося б у вас запитати, як ви взагалі вважаєте, ця інформаційна війна Росією, вона програється потроху? Чи вони навпаки зараз починають ще більше тиснути інформацію на українців? Смотрите, я считаю, что Россия проигрывает не только информационную войну сейчас, но и горячую фазу войны, да, то есть мы видим, что войска их застряли, то есть они забуксовали, и наши военные пользуются этим тактическим преимуществом. То, что касается в информационной сфере, мы сегодня видим огромную поддержку Запада, Америки, Англии, Европы, других стран, Федерации футбола, Федерации хоккея, авиакомпаний и так далее, которые просто, с которыми Российская Федерация не может даже сравниться по своей информационной мощи. То есть та информация и та информационная война, которую сегодня за нас ведут наши партнеры западные, она на порядке больше, чем то, что делает Российская Федерация. Просто на порядке. Дякуємо, Геннадію. Можливо, що-небудь все ж таки життєствердне, як останнє запитання для наших телеглядачів, хотілося б від вас почути. Трохи оптимізму до вас завжди дослухаюся. На самом деле, если вы видите, я тут не сижу грустный, да, и в моих глазах достаточно оптимизма. Я хочу сказать всем людям, что да, это война, это опасно. Надо быть бдительными, надо быть осторожными, надо соблюдать режим, надо реагировать на сигнал воздушной тревоги. Для этого уже созданы нами все механизмы, включая вайбер-чаты, телеграм-чаты, а также приложение, которое можно закачать через магазины Google Play или Apple Play. Да. Но то, что касается обстановки, мы видим, что российские войска рассчитывали, очевидно, на другую войну, и они столкнулись с тем, чего не ожидали. И мы видим, что сегодня наши военные уже начинают нарабатывать на ряде направлений тактическое преимущество. Мы им в этом помогаем. Это не закончится за один день или за два дня или за неделю. Надо приготовить себя,
своих близких к тому, что, возможно, это продлится месяц или несколько месяцев. Но я точно вам скажу, что мы на своей территории, а они не на своей. Поэтому нам в любом случае, за нами в любом случае победа здесь. Поэтому вот так. Чудові слова, дуже дякую. Потому что воевать на своей территории всегда легче, чем на чужой. А куди йти за руським кораблем, всі знають. Дякуємо вам, Геннадію. Да. Дякуємо, большое. Що були з нами. Я нагадаю, Спасибо. Що з нами у студії був Геннадій Корбан, керівник Центру тероборони Дніпра. Дякуємо за це інтерв'ю і будемо рухатися далі.